Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня поговорим о том, что делать, если у нас у кисти получается вот такой разрыв, что вроде она ровная, раппорт хорошо стыкуется, а вот когда начинает гнуться, некрасиво. Что с этим можно сделать? Это у нас, соответственно, кисть, а это у нас кусочек раппорта. Вот когда вы берете этот кусочек раппорта, закидываете его в кисть. Показываю сначала, можно это делать и редактировать имеющуюся кисть. Узорчатая кисть, окей. И вот здесь нам с вами нужно обязательно программе рассказать, а как же будут выглядеть вот эти краешки, как мы будем на них смотреть. И тогда она будет вот эти краешки сюда подставлять на сгибах, которые она не понимает. Обязательно на это внимание обратите. И тогда у вас получится мягкие варианты. Давайте, вот мы сделали, окей. И теперь попробуем вот эту кисть применить к ней данную настройку. Сейчас. Здесь гладко, а здесь не стыкует. Почему не стыкует? Потому что вот здесь не гладко. Смотрим. Видите, хвостики торчат, вот поэтому идет вот этот белый разрыв. Вот они, хвостики. Вот от них тоже надо избавляться. Торчат вот эти хвосты. Вот, они выпирают, и они нам мешают. Как от них избавиться? Берем прямоугольник без цвета контура, без цвета заливки. Выбираем кусочек. Может быть же разные причины, в данном случае такая. Выбираем кусочек, сейчас немножко поменьше, кладем этот прямоугольничек на самый задний план, выбираем все вместе, кидаем в заливки, в кисти, соответственно. Здесь я тоже все-таки рекомендую выбрать, как вы хотите углы проходить. Так, например, вот так. Говорим окей и пробуем еще раз. Вот, у нас кисть стала ровная. Все дело в том, что в раппорте были допущены вот эти вот ошметочки. За счет этого оно плохо себя вело. Так, и еще я хотела показать, как данная кисть будет смотреться на прямых углах. Соответственно, и что-то более плавное. Давайте посмотрим. Выбираем и проверяем. За счет того, что я в настройке кисти задала, как будут проходиться уголки, смотрите, какая она у меня правильная. Ну, можно выбрать еще те варианты, которые нам предлагала программа. Соответственно, здесь, видите, она загибается правильным образом, разгибается и правильно оформляет. Тоже углы часто нужны, их нужно оформлять. А вот такие вот пробельчики получаются, когда раппорт не очень четкий. Все-таки не все встало в раппорт, и вот даже издалека вот видно то, что оно вот звенит, маленький кусочек. Просто внимательнее на это смотрите, и будет все хорошо.